Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона ведущая Саргалана Антонова. За режиссерским пультом Екатерина Голикова и Николай Слепцов. Мы вольные птицы. Пора, брат, пора. Туда, где за тучей белеет гора. Туда, где синеют морские края. Туда, где гуляем лишь ветер, да я. Именно с этих строк стихотворения «Узник» Александра Пушкина мне хотелось бы сегодня начать нашу передачу, потому что разговор в ней пойдет о птицах. Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает Международный день птиц, цель которого – сохранить их видовое разнообразие и численность. Дата проведения праздника выбрана не случайно. Как раз в это время из теплых краев возвращаются пернатые. Итак, сегодня мы говорим о наших птицах. Кто такие бёрд-вотчеры и чем завершилась неделя орнитологии в Якутии? И гости нашей студии сегодня – это научный сотрудник Института биологических проблем креолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук, кандидат биологических наук Мария Всеволодовна Владимирцева. Здравствуйте. Здравствуйте. И главный научный сотрудник Института, доктор биологических наук Аркадий Петрович Исаев. Добрый день. Добрый день. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК «Саха». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32-2-0-66, 32-11-66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, а мне хотелось бы нашу беседу начать с такого вопроса. Насколько мы знаем, День птиц отмечается в России с начала 20 века, да? И каждому году соответствует свой вид птицы. А вот какой он в этом году и почему? Давай. Ну, будем вместе, да? Да. В этом году птицей года выбран копчик. Угу. Это редкий вид. В Якутии он внесен в Красную книгу, но не только в Якутии. Повсеместно ареал этого вида сокращается. И, в общем, как вид, который находится в таком состоянии, достаточно угрожаемом, эта птица, для того, чтобы привлечь к ней внимание, она выбрана птицей 2021 года. Да, да. Угу. Коптик ранее обитал в Якутии, но в последние годы ее просто не видели. Вот так. Не отмечается вообще. Не отмечается, да. Угу. Поговорим о разнообразии птиц на территории нашей республики. Меняется оно вот на протяжении, скажем, вот последних 50 лет? Ну, я думаю, что с каждым годом она больше и больше, видовое разнообразие. Потому что список, который делал в 60-х годах наш известный орнитолог Воробьев, это 252 вида, сейчас 310 было в 2008, а по нашим подсчетам более 320 сейчас видов. Угу. Вот о чем говорит увеличение численности? О том, что все-таки наблюдений становится больше, либо то, что действительно птицы стали, скажем, больше прилетать в нашу республику? Ну, во-первых, конечно, наблюдений стало больше. Угу. Раньше неизвестные виды, которые здесь обитали, находятся. И, конечно, новые виды появляются. Это, например, известный всем чибис, который в 70-х годах только появился. Сейчас она известна даже по ту сторону Верхоянского хребта. Вот. И другие виды. Например, белокрылая, да, крачка, да. Поручейник, да? Поручейник. Ага. Скворец стал у нас уже в центральной Якутии. Большая синица. Большая сейчас синица, вообще этот обычный вид, ага, у нас. Ага. А так они ранее в южных районах Якутии отмечались, или за, да, ага, или а за пределами вот Якутии. Сейчас пришли к нам сюда. Тут расселение идет. Угу. На север многие виды продвигаются. Да, отмечается, да, все. Больше и больше видов в северной части отмечаем. Например, обычный для нас вид рябинник, дрозд. В 2008 мы видели первый раз в Нижней Колыме возле Терского. Сейчас колонии эти там обычные. Да, сейчас уже и в северных регионах он освоился хорошо. Нынче 2021 год назван у нас годом науки, да, поэтому, наверное, резонным будет вопрос такой: вообще, как давно ведется изучение птиц у нас здесь, в Якутии, да, и кто этим вообще занимается?
Вообще, первые такие исследования научные, можно назвать, да, это первые наши натуралисты Маак, Менендорф, вот, они сделали первые описания птиц, первые списки, это середина 19 века, а потом развитие продолжилось после революции, это в основном из-за такой экспедиции известной Академии наук, которая работала в 25-32 годах прошлого столетия. И благодаря им список пополнился видов. Работали такие известные корифеи орнитологии, как Иванов Александр Иванович, Бутурлин. Бутурлин, да. И это самое, дальше развитие пошло, когда уже организовался у нас тут институт биологии, и организовался отдельная лаборатория орнитологии. Вот. Первым заведующим этой лаборатории был Юрий Васильевич Лабутин, да, как вы помните. И работа эта продолжается. Орнитологов, к сожалению, не очень много, но лаборатория эта существует до сих пор. Сейчас его возглавляет у нас Гермогенов Николай Иванович. А Лабутину Юрию Васильевичу 1 апреля, то есть вчера, исполнилось 92 года. Вот, да. Хорошо. А каковы на сегодня основные методики изучения численности и популяции птиц? Пожалуйста. Время все-таки идет, да, у нас методики усовершенствования происходят. У нас общепринято известная методика Равкина, это учета птиц. То есть на вот обширных территориях. Сейчас вот в основное вот основные исследования проводятся, да, у нас по территории республики очень обследуются более детально те районы, которые либо давно не обследовались, никого там давно не было, вот с 50-х, 60-х, 70-х годов, да. И благодаря этому, благодаря вот этим исследованиям, у нас выявляются как раз вот новые виды. Возможно, там они и были, возможно, они появились уже сколько-то, несколько лет назад, да, но вот они отмечаются только сейчас. У нас молодые ученые появились, которые сейчас начали широко обследовать территорию нашей республики. Например, Евгений Шемякин, Вячеслав Габышев. Вот они этим занялись сейчас, и благодаря этому начался пересмотр также в том числе и классификации нашей орнитологической фауны. И благодаря этому проводятся такие исследования, благодаря которым выделяются подвиды. Угу. Те виды, которые считались раньше отдельными видами, они называются подвидами или выделяются наоборот в отдельный вид. В общем, сейчас такое очень интересное время, когда проводится, обновляется вот эта вот вся научная база, которая всегда вот у нас считалась такой более или менее стабильной. Ну, сейчас вот все пересматривается. Сейчас очень интересное время в этом плане. По учету охотничьих промыслов хотелось бы добавить, потому что здесь проводятся широкомасштабные работы, задействовано здесь большое количество охотпользователей. Вот. Зимние маршрутные учеты по тетеревинным птицам у нас проводятся. Ну и на пролете учетные работы проводятся. После этого есть работы, которые проводятся в период размножения, после вылупления птенцов. Вот такие работы широкомасштабные по всей республике. Кроме того, у нас сейчас начали также использоваться методы дистанционного исследования птиц, то есть установка
передатчиков, GSM, GPS-передатчиков на птиц, и выявление таким образом их пролетных путей, и, а также мест, где они останавливаются на свои традиционные транзитные остановки. Это вот очень важная информация, потому что, когда мы знаем, где птицы останавливаются во время миграции, то мы в последующие годы можем организовать там охраняемые территории. Ну и продолжаются у нас мониторинговые исследования, которые проводятся ежегодно. Это относительно хищных птиц, редких видов. Вот такие работы. А какие факторы на сегодня являются определяющими по изменению количества птиц? Ну, основной фактор, конечно, антропогенный пресс. В первую очередь, не только прямое преследование, но и хозяйственное освоение территории. Ну, промышленное развитие. Да, промышленное развитие. И, конечно, вот изменение нашего климата тоже влияет. Да, об этом очень много сейчас говорится, о том, что у нас растительность таежная постепенно надвигается на тундру, и вместе с этим приходят в тундру типичные для тайги виды, в том числе млекопитающих, и это тоже не может не влиять на орнитологическую фауну. Ну и предвидя вопрос, я думаю, у многих наших телезрителей, радиослушателей, вот как стать орнитологом, что для этого необходимо? Ну, специальных у нас нету институтов, которые занимаются этим. Обычно это биологиографические факультеты или сейчас у нас институт естественных наук готовит специалистов. А вообще-то надо готовиться со школьного возраста, потому что это специфичная работа. Надо знать птиц, любить в первую очередь птиц. И к этому надо готовиться заранее. Вообще вот эта вот фанатичная преданность птицам, фанатичная любовь к птицам, она обычно появляется в детстве. Она зарождается в детстве, и человек уже с детства знает, что он будет заниматься вот только этим, и больше он ничем заниматься не хочет. Ну, конечно, может это развиться в юные годы, да? Но если человек не фанат орнитологии, то лучше не надо, потому что это достаточно, ну и тяжело в том числе, да? Хорошо. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим о птицах, кто такие бёрдвотчеры и чем завершилась неделя орнитологии в Якутии. Напоминаем, что наша программа выходит на телевизионном и радиоканале НВК Саха одновременно. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 32 00 66 и 32 11 66. И сегодня мои собеседники – научные сотрудники Института биологических проблем Креолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук. Итак, мы продолжаем наш разговор, и мне хотелось бы спросить вот о чем. В последнее время набирает популярность бёрдвотчинг. Вот почему он становится популярным не только в мире, но и у нас в России? Вообще, как стать бёрдвотчером? Ну, это движение развивается не только у нас, развивается по всему миру. Дело в том, что очень многие это как хобби. Вот. Некоторые любители птиц просто не могут стать орнитологами-профессионалами, они становятся орнитологами-любителями. Вот орнитолог-любитель – это бёрдвотчер. И благодаря им мы, профессиональные орнитологи, тоже узнаем многое. Вот. Определение видов некоторые бёрдвотчеры преуспели. К нам из Москвы даже приезжали, и из зарубежных стран приезжают, которые специально ищут каких-то определенных видов, которые они пока не видели. Да, еще. Пока еще не видели, не снимали на фотоаппарат свой. Да. И, конечно, очень увлеченные люди. Да. Вот с ними общаться. И подкованные. Да, да. Действительно, это очень интересно. А у нас телефонные звонки, давайте их примем. Алло, добрый день, слушаем вас. Добрый день.
Да, добрый день. Я бы пизга так бы тара отдали бен. Я на кто-то на билингу я хайту его одеяну бен. Хвесте когда мен наука нам держит на ходу. Биология институтан скрывыкна Мария Ивановна надет. Билеги духу году. Билег была на привете чедер бардо. Еще дикая лебедь урока. Когда капуста сюда подтопой, улаган сэлгэм юнилэр албэппэт. Бапураста кирэбэт. Яны ба сахарам баран сюддэан кэкирэн. Гэте пансуай кордо кара кичак ба. Кюэ юмэт кичка кирэн уялана. Ана алта олак саразэ тагыстыла дэ вэддэгэ кэрэдлэр. Ите томышта кара кичак тарэн. Сюда дистрибьютор, билеты, токи на так, кичат это у нас. И кис бабургован. И то кутан турия, он сюда сенек курвар. И тилери тоже сенек какие-то бетери. Кусокотон, бабургован, бомбай сидлер. Тоже обмега, мактал. Хорошо, и еще один телефонный звонок. Давайте тоже его примем. Алло, добрый день. Слушаем вас. Алло, это вы, да? Да. Говорите, пожалуйста. У меня такой вопрос. Вот, например, летучая мышь, она же относится к птицам. Алло, здравствуйте. Да-да-да, слушаем вас. У меня вопрос вот про летучих мышей. Тоже относится к птицам. Вот я как бы сам салюк мы. Вот я помню, в детстве были летучие мыши у нас. Хорошо, спасибо вам за звонки. Давайте начнем отвечать, да? На первый вопрос на русском языке, пожалуйста. Ну, первый вопрос. Спасибо за вопрос. Во-первых, мы обязательно передадим. Она на пенсии находится. И, конечно, в советское время работы проводились. И в наше время тоже проводится. Насчет второго вопроса, насчет тех птиц, которые гнездятся в дуплах, это скворцы, которые, я раньше говорил, у нас появились недавно, и появились они массово, они сейчас гнездятся. Вот такой ответ. И про летучих мышей у нас еще был. А еще вопрос насчет серых сапель было. И хотелось бы ответить, что все птицы, которые являются не хищниками, а хищничествующими, мы тоже изучаем, но говорить, чтобы они наносят большой вред, не стоит, потому что это образ жизни ихний, вот, они этим живут, все в равновесии в природе. Так, такой мой ответ. И про летучих мышей. Про летучих мышей, ну, они не относятся, конечно, к птицам, они относятся к рукокрылым, это животные, значит, которые, у которых произошло приспособление такого образа, что они в процессе эволюции начали летать. Значит, и они, у нас несколько видов в Якутии рукокрылых, и, в общем, они питаются насекомыми. Ну, такие у нас есть рукокрылые, как ночницы иконникова, кожанок сибирский, ушан буры, да? Вот недавно как раз Руслан Кириллин и Мамаев Николай обнаружили колонию, по-моему, в районе Ленских столбов, да? В общем, это не птицы. Это не птицы, да. Это не птицы. Хорошо, мы продолжаем наш разговор. И вот говорили мы о бёрд-вотчерах. Вот, например, в Германии специально к этому делу приобщали людей, которые живут в домах престарелых, пенсионеров и так далее. И говорят, что действительно наблюдение за птицами, оно
повышает интерес к жизни, да, люди избавляются от депрессии, повышается социализация. Mm. Действительно, вот есть какой-то такой положительный эффект. Птицы оказывают, безусловно, положительный человек на психику человека. Угу. Даже те люди, которые не особенно увлечены птицами, не особенно даже различают виды птиц, но если их к этому привлечь, ну, особенно пожилые люди, которые хотят чем-то себя занять, угу. если их этим увлечь, если их научить различать виды, и, ну вот, бёдвотчинг, как у нас происходит занятие по бёдвотчингу для начинающих, да? У нас люди получают такие вот списки, эти лайф-листы, да? То есть они соревнуются друг между другом на каком-то определенном маршруте, ну, который, допустим, для пожилого человека не слишком сложный, да? Он вот идет по этому определенному маршруту, и ну, другие проходят немножко с отклонением на несколько метров, да, и они отмечают всех птиц, которые встретились на, их, на этом маршруте. И потом, кто больше видов встретил, потом они обсуждают, потом они не могут определить какую-то птицу, вместе собираются, начинают обсуждать, какой вид это может быть. То есть даже не имея таких вот больших познаний орнитологических, все равно они очень интересно проводят время. Ну, а вообще, как нам известно, пение птиц, оно приятно для уха человека, оно ещё, человек его воспринимает как прекрасную музыку, и он успокаивается, вот если, допустим, у вас стресс какой-то, да, то нужно пойти в лес и послушать пение птиц, и сразу станет легче. Ну, теперь хотелось бы несколько слов сказать о стерхе. Это один из самых малочисленных, уязвимых видов журавлей, да, и гнездится он только в России, и поэтому ответственность, конечно, за его сохранение лежит в основном на нашей стране. Какие проекты у нас есть в республике по сохранению популяции этой птицы? Вообще, сохранение стерха, ответственность за сохранение стерха лежит в первую очередь именно на республике Саха, Якутия, потому что здесь сконцентрировано 99 и даже больше, возможно, процентов мировой популяции. Абская популяция, значит, сейчас находится в исчезающем состоянии. В Иран прилетает на гнездование на известной территории зимовки только одна птица с 2010 года, его зовут Амит, Надежда. Центральная популяция, которая зимовала в Индии, она считается официально вымершей. Там происходят попытки восстановления этой популяции, ну, то есть выпуск, разведение в неволе и выпуск, значит, на природу. А у нас по последним данным, по, учетно, по учетным данным, значит, провели наши коллеги в Китае на, в районе озера Паян, это где вот зимуют наши стерхи, да? Они провели одновременные учеты в ноябре. И по этим данным сейчас вот они насчитали 5521 одного стерха, включая более 700 молодых птиц. Это очень хороший показатель, потому что еще вот в прошлом году их данные показывали, ну, 4000 и более, да? А в начале 90-х, в конце 80-х говорили вообще о маленьком количестве птиц. Считалось, в 70-е годы считалось, там 70-е, 80-е, 300 где-то вот так вот, да. Uh-huh. В общем, потом вот в начале 90-х обнаружили 1500, ну, то есть популяция росла. И, конечно, мы этим обязаны не только усилиям с нашей стороны, со стороны нашей республики, со стороны наших природоохранных и научных органов, да, но также, конечно, и китайцам, соответствующим организациям в Китае, как они поддерживают наших стерхов на зимовках. Но когда эта птица наиболее уязвима? В какой период? Ну, считается, что во время миграции, во-первых, да, они, особенно когда они летят с молодыми птицами, которые только-только вот встали на крыло, это конец, ну, это в сентябре вообще происходит, да, и они летят, они еще по дороге, они еще учатся, повышают свою квалификацию летную, и родители каждый, ну, дают им много времени, чтобы отдохнуть.
И из-за этого они летят медленно. Вот иногда в Приморском крае наблюдают, что пара с птенцом очень долго остается, никак не может улететь, потому что птенец очень устал. И он никак не может вот собраться с силами, чтобы продолжить свою миграцию. Но вот это уязвимый период. И, ну и, конечно, вот сейчас, вот в последнее время, у нас на транзитной территории в Китае, на северо-востоке Китая, Мамагэ, и на самом озере Паян у нас вот случилось наводнение в 2020 году. Угу. И вот в эту зиму, 19-20 год, они... Ага, не могли нормально кормиться из-за этого. То есть можно говорить о том, что все-таки это должен быть общий процесс, и защита должна быть общей, независимо от страны. Со всех сторон, дорогие... Да. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим о наших пернатых друзьях, о том, кто такие бёрдвотчеры и чем завершилась неделя орнитологии в Якутии. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит на телевизионном и радиоканале одновременно. Мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 32-00-66, 32-11-66. У нас сегодня в студии научные сотрудники Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук. И у нас телефон и звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Вот по Вилюйскому тракту есть озеро Кубалах. Угу. Там какие птицы живут? И про озеро Кубалах могут что-нибудь рассказать? Угу, хорошо. Кому мы адресуем? Аркадий Петрович. Ну, да, Аркадий Петрович. Если озеро находится вблизи Якутска, то это озеро знаю. А если где-то дальше по Вилюйскому тракту, Вилюйский тракт большой, то я бы сказал, что в основном там обитают обычные черки, вот, околоводные кулики разные, ну и в прибрежных лесах множество разных воробьиных птиц наших. Конечно, там обитают и хищные, коршун, полевой лунь иногда залетает, луговой лунь. Потом я непосредственно в Кубалахе сам видел на пролетах остановки некоторых видов водоплавающих птиц, таких как гагар и кряква пролетала, ну и сапли тоже там пролетают, ну и множество таких мелких куликов на пролете встречаются именно там. Хорошо. С 26 марта по 1 апреля в рамках Года науки у нас проходила первая республиканская неделя орнитологии, посвященная 75-летию Бориса Сидорова. Вот что вошло в план этих мероприятий? Расскажите, пожалуйста. Во-первых, это орнитологическая конференция школьников, посвященная 75-летию нашего известного орнитолога Бориса Игнатьевича Сидорова. И здесь... Хотелось бы отметить, что участвовали в основном уже известные нам юные орнитологи. Угу. Естественно, были еще, которых мы еще не знаем. Надеемся, что узнаем. И были очень интересные работы. Во-первых, там проводился еще конкурс рисунков. По каким номинациям? Да, рисунки были, ага. Там более 300 рисунков представлено было, потом видеоролики, более где-то около 20, как я помню, да, и были коллекции марок. Интересная такая номинация у нас получилась. Я думаю, что в будущем году мы, кроме коллекции марок, там подобное, еще коллекции открыток, в спичечных коробках бывают такие рисунки. Этикетки, по-моему, представили. Да, представлено было. В общем, будем развиваться. Это первая у нас попытка. Первая – это республиканская конференция школьников.
надеемся, что ежегодная она будет. И, например, среди старшеклассников первое место у нас на конференции это Заровняев Влад и Павлов Коля из Бедегестянской школы имени Осипова, да, они работу представили по глобальному потеплению и влияние на птиц. Это очень интересная тема, и провели большой-большой анализ. Эти ребята уже второй или третий год работают. То есть они уже готовятся, да, наверное, к будущей научной деятельности, к тому, чтобы стать орнитологом. Второе место завоевали ребята, точнее, второе и третье место завоевали ребята, которые тоже нам известны. Во-первых, это воспитанники Петра Савича Федотова. Это наш, как говорится, педагог, который целую плеяду зоологов воспитал. Это Актемский учитель. Который сейчас работает уже в институте биологии. В моей лаборатории аж три актемских выходца. Орнитологи. Воспитанники Петра Савича. Очень хорошие орнитологи. Хорошо. У нас продолжают поступать телефонные звонки. Давайте их примем. Алло, добрый день. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я наблюдал самую такую сушу зимой. В городе я обнаружил воронов. А это такая птица, ворон. Это же в глубокой тайге живет. А что случилось? Почему в город? Почему он попал в город, да? Попал в город, ага. Хорошо. Видел на этих наших трубах. Хорошо. Еще один, да, телефонный звонок? Нет. Хорошо. Давайте ответим на этот вопрос. Ну, ворон обычно залетает в город. Вот просто, наверное, не видели. Это птица, которая в основном кормится отходами. И, естественно, она больше всего встречается у нас возле города на свалке, и где скотобойни возле населенных пунктов разных. И, естественно, увидеть их в городе возможно было бы. Да, не редкость. Не редкость. Хорошо, мы продолжаем рассказывать о победителях конкурса. Ну и его ученики Герман Ефимов завоевал у нас второе место, Артем Алексеев третье место. Ну, это закономерно. Ну и еще, еще один ученик, известный нам, Табунанов Вася из Комустарской школы, он уже давно занимается, у него интересный доклад был по экспедиции Маака, по следам экспедиции Маака, какие там виды птиц он видел. Ну и главное, нам понравилось то, что он искусственное гнездовье сам построил. Здорово. Да, для бородатой нить. Я специально звонил ему, для какого вида построил. Вот такие у нас победители. И младшая группа. Да, младшая группа отдельно у нас номинировалась. Там интересные тоже, очень интересные работы. Мне очень понравилась работа Ли, как фамилия? Не помню, Мартынина. Которая, оказывается, изучала цыплят. Вот. И, Маша Сорокина цыплят. Маша Сорокина. И очень бойко и хорошо
во-первых, уступала и отвечала. Вывела сама цыплят в инкубаторе. Сколько лет ребенку? Первый класс. Ой, ну это же здорово. Действительно, идет приобщение, да, к этой профессии. Ага, и у нас вновь телефонный звонок, давайте его примем. Алло, добрый день. Слушаем вас. Почему воробьи начали зимовать у нас 10 лет назад? Ага, вопрос о воробьях, объект зимовки. А где, почему воробьи у нас начали зимовать 10 лет назад, а где начали, это в каком районе, не сказали? Угу, не сказали. Ага. Ну, просто это так называемый синантропный вид, который живет рядом с человеком, где человек, там и этот вид. Вид этот был завезен человеком в Якутск давным-давно. И вот потихоньку она расселяется по всем населенным пунктам нашим человеком. Вот так. Да. Где-то еще нет воробьев в каких-то населенных отдаленных пунктах республики. Ну и в целом, что вот показала проведенная неделя орнитологии, да, каким выводом вот вы можете прийти, как люди, которые оценивали работы нашего подрастающего поколения? Во-первых, необходимо поблагодарить наших организаторов. Это Министерство экологии в лице Нюргуяны Сергеевны Гуриновой, потом Академии наук нашей в лице Седалищевой Саргаланы Николаевны, которые вот мы хотели уже давным-давно организовать подобные конференции для школьников, но ни рук не доходили, ни времени не было. А вот они взялись и организовали. Они молодцы, конечно. Да, они молодцы. Большие, да. Мы им очень благодарны за это. И надеемся, что будем продолжать работы. А вообще за активность наших школьников, за активность наших учителей, руководителей, мы благодарны чрезмерно и желаем им дальнейших успехов в деле изучения наших птиц. Действительно, это дело очень важно, и самое главное, что дети приобщаются к этому уже с детского сада, со школьного возраста, и затем становятся одним из дел в их жизни. Ну что же, дорогие друзья, это была программа «Якутск сегодня», и мы говорили сегодня о наших пернатых друзьях, о бёрдвотчинге и о том, как прошла неделя орнитологии в Республике Саха-Якутия. Всего вам самого доброго, до свидания.